Требуют главу Кабмина в парламент. Оппозиция настаивает, чтобы премьер Ион Кико отчитался перед депутатами за действия правительства в период чрезвычайного положения, а также грозит ему вотумом недоверия. Когда придет и придет ли вообще глава Кабмина в парламент, пока неизвестно. Эти и другие вопросы обсудят сегодня в выпуске ток-шоу «День за днем» на Публика ТВ, специальным гостем которого и станет премьер Ион Кико. Не пропустите начало в 18:00.